Claudio, my name is Елена Жиркова, and this video is being recorded specially for you. I've been teaching English since 2015, and I love doing it a lot. Добрый день, меня зовут Жиркова Елена, и это видео записано специально для вас. Я преподаватель английского языка и занимаюсь преподавательской деятельностью с 2015 года. My job is not just a job for me. It's my mission. I help you to become more successful and happier in your lives. Моя работа — это не просто моя работа, это мое предназначение. Я работаю, чтобы вы стали более успешными и более счастливыми, добившись своих целей с помощью владения английским языком. Также я работаю для того, чтобы люди разных национальностей и культур смогли более эффективно общаться друг с другом. Потому что хорошая коммуникация — это часто ключ к успешному бизнесу, отличным переговорам и миру, во всем мире. У меня высшее профильное педагогическое образование. Я закончила университет в 2010 году по специальности преподаватель английского языка, лингвист. Если вам необходима помощь при подготовке к собеседованиям, конференциям, тренингам, семинарам, пожалуйста, обращайтесь. Если вы хотите сменить работу на более высокооплачиваемую, но не хватает навыков владения английским, буду рада помочь. Если вы хотите себя чувствовать более спокойно, уверенно, общаясь с иностранными партнерами, коллегами, друзьями, знакомыми, также welcome. Если вы хотите эмигрировать из страны, либо просто хотите путешествовать и свободно общаться, буду рада вам помочь. Если вашим детям требуется изучение английского языка совместно с разговорной практикой, обращайтесь, пожалуйста. Больше 10 лет я проработала ведущим специалистом отдела логистики и закупок в компании, занимающейся международными поставками. И общалась с носителями и иностранцами, в том числе на уровне топ-менеджеров и директоров иностранных компаний, в том числе всемирно известных брендов, таких как GE, General Motors, Siemens, ABB. И данная работа позволила мне узнать специфику делового английского языка на практике. И я буду рада передать эти знания вам. С отзывами вы можете ознакомиться в моей группе ВКонтакте. Пожалуйста, запросите ссылку, и я вам ее отправлю. I will be delighted to see you as one of my students. Спасибо большое за просмотр. Я буду рада видеть вас в числе своих замечательных студентов. Thank you for watching. See you. Cheers. Bye.